Всем привет, ребят. Ну, наконец-то я добрался до победителя конкурса пирата, который получает пак. У нас тут пак как раз с ремочкой. Пятый сетик ремочки. Бонусом. Отлично. Так, забираем призы, получить все. Также он получает 50 осколков Некроса. В принципе, тоже неплохо. Так, окей. Амурский клан, как ни странно. Так. Пропуск БГ. Два раза кик, недобор кик. Частый слив кик. В общем, один кик, не как а кик. Кидайте заявочки, вступайте. Гильдия активная. Очень 27,75, судя по всему, сливов очень много. Так, окей, смотрим, что там у него есть. Как видите, аккаунт донатный, почти 600, неплохо, неплохо. Давайте посмотрим, что у него в алтаре есть. Так, Минотавр топчик, Бигфут хорош, Рон. Странный выбор. Очень хорошо. Ну, неплохой, неплохой аккаунт. Тыковка. Малышник. Отлично, отлично, отлично. Супер. Надо поменять талантик. Так. Ну, рюмочек хватает. Неплохие герои. Ему не хватает Ронина, Афины и Фреи. На аккаунте дракон есть. Что еще есть? Еще один Бигфут. Так, смотрим. Так, осколки минуса. Это на прокачку. Так, Арктика даже есть. Отлично. Так, открываем пятый сет ремочки. Тык-тык-тык-тык. Супер. Так, хочу посмотреть, что у него по питомцам. Ледяной по-любому должен быть. Да, льдышка есть. Сейчас мы льдышку заберем с кузницы. Однозначно надо забирать. Так, есть. Подтвердить. Что, попробуем еще раз. 12%. Ну, это файл будет. Это однозначно файл. Так, окей. Забираем льдышку. Утешительный приз даже какой-то. Так, дальше. Побежали. Бить яичко. 12 штук у нас должно быть. Сейчас что-то набьем. Сейчас, прикиньте, только хоба и некрас, блин. Это было бы, конечно, жесть. Так, исцеление. Значки почета. Кристаллы. Конечно, тут где-то с трех паков начинает падать. Плюс-минус нормально. Ну, самое главное, сет ремки пятый. Я считаю, это уже более чем достойная награда. Так, сейчас, может, еще недостающих варлем посмотрим. Есть. Окей, отлично. Кто там у нас еще есть по акциям сегодня? Все, все награды закончились. К сожалению, да. Так, забираем. Как видите, с яиц вообще херня падает. Так, хорошо. Чего у него не хватает? Строителя. Ну, ладно, не будем. У нас 30к как раз ровненько, четенько. Сейчас рольнем. Рольнем. Посмотрим, как получится. Так, ну интересно, что у него по волнам пройдено. Джей не пройдено. По подземкам. Седьмое начал. А тут у него, в принципе, пятая легкая должна быть. Странно, что у него не прошло. Герои вроде у него неплохие. Возможно, из-за того, что одержимый.
Так, хорошо. Складик надо почистить. Так, а что тут почистить? Герои. Давайте откроем. Не сможем открыть. Окей. Сейчас руны расставим. Он уже потом определится. Так, так, так. В принципе, места там особо намного не надо, у него герой уже есть. Мало ли, вдруг нам сейчас насыпят легенд. Так, еще разок. Вот это и вот это. Что там у нас по местам? 147, 165. Хорошо. Так. Ну, в принципе, вроде все, освободили, идем еще плюшки откроем. Использовать, открыть. Тык, 30 камней, ну, такое себе. Камни можно уже с пустынных. Так, 50 осколков, хорош. Это уже получше. Еще 20 камней, ну, награды. Кстати, у меня, по-моему, тоже выпали такие же награды первые. Так. Так, 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 так. Что я хотел, что я хотел. По героям мы, в принципе, определились. Что тут у нас еще есть такое интересное? Так, хорошо. С этим определились. Поехали ролить. Надо недостающих героев выбить. Сразу же Фрэнки, охренеть. Медуза. Неплохо, неплохо. Кенди. Кенди, отлично. Три героя душек. Смотрите, что делается, Дед Мороз. Князь тыква, охренеть. Вот это сыпет по 450. Охуеть. Это жесть. Смотрите, что делается, блядь. Сразу три, тройной, блядь. Сколько мы героев выбили, блядь, за эти тычки. Это пиздец. Вот это, конечно, прет. Если бы еще достающие падали. Супер просто. Ну, сейчас такое чувство, после этой хрени нам ни хрена не упадет. Тройной был. Сосите лап. Вот оно началось. Малыш Ник. Есть. Супер. Достали недостающего. Поздравляю. Первый готов. Еще бы нам Фрейю сюда. Леди Лео. Бля. Супер ролик. Даже у себя захотелось поролить. Только ролить нечего. Так, окей. Ну давай. Блядский рандом. Побежали. Так, хранитель стоит. Малышник. Ладненько. Идем, Рейдик. Собьем ауру. Вдруг рандом сейчас к нам придет. Надо пожертвовать каким-то героем. Все, хранителем пожертвовали. По-любому сейчас упадет что-то интересное. Тык. Шаман-оборотень. Ну давай. А, блядь. Князь тыква. Рыцарь. Не, 5 слотов. Это для нас очень дорого. Сейчас мы руны расставим. 250 самоцветов тратить на место как-то не очень. Так, 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 так. Ну, блин, Ронин недостающий герой, отлично, уже отлично. Ну, конечно, нападало, если видели, блин, жесть просто. Сразу тройной.
Так, окей, паладин. Давай, так, так. Тут у нас еще четвертым. Давай, так. Так. Понятно все. Думаю, хватит. 450, 450. Давай. Пара. Пара. Пара, фара, хуяра. Бол грома. Ну. 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 Раз. Гаргул и князь тыква. Блин, ну на 30к столько легенд насыпало, я просто в шоке. Войти. 17 героев. А, нет, тут показывает этих еще. Ну, не знаю, посчитайте, напишите кто-то в комментах, кому не лень, сколько мы героев достали. Ну, это просто жесть. Супер, рад за пацана. Получил недостающего героя. Сет ремочки 5. На прокачку камешки. Ну, в общем, по-нормальному так затарили. Девственности, конечно, не лишили. Давайте сейчас еще хочу попробовать ему затащить подземочку по-быстрому, если получится. Там у нас 7-8, да, по-моему. Так, окей. Так, что у нас тут в гарнизоне? Они стоят, что ли? Эпидон. Минотавр, тыква. Так, есть. Герой. Эпидона поставили. Минотавра. Просто отлично. В принципе, Минотавру сейчас мы третью заберем с тыковки. Тут даже, может, что-то поинтереснее будет. Так, тыкву мы однозначно пятую сейчас поставим. Будем стартовать с тыковки пробовать. Так, поменять. Герой. Заменить. Ставим сюда ангела. Руны, отлично. Тыковка собрана. Купидон собран. Минотавр. Третий, четвертый. Хорошо. Артефакты, топор. Тут бы, конечно, еще талантик. Ладненько. Заменить. Так, ставим. Так, этот есть. Тут ставим. Вот так. Так, беги. Бегемота нам не надо сейчас. Анубиса. Так, смотрим. Исцеление ему нафиг не нужно. Ему нужен урон. Урон либо психощит. Так, что тут у него есть интересного? Понятно, все. Забираем четвертый баст. Психощит первый, толку никакого. Так, менять. Так, отлично. Так, четвертый бастик ставим, артефакты ставим, топор. Так, собран. Сюда кинем. Так. Ну, в принципе, неплохо. Хорошо, юниты у нас есть, магия. 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Отлично. Так, сейчас я настрою магию. Все, есть. Поехали, попробуем. Пытка, не пытка. Так, 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 так. Так, ой, блин, это моя любимая подземка. Как я мог забыть? Тут одержимого, конечно, лучше брать. Так, мы еще кого-то не резнули. А, хранителя. Мы же его слили. А, так.
Что взять одержимого сюда? Вон десяточка, блин, тут все хорошие прокачанные такие. Жирненькие. Отлично. Конечно, купидончика уже 11-м было бы неплохо сделать. Так, окей. Есть. Раз, два. Начиная с тыковки всех выкидываем. Морозим. Так, что у нас получается? Ух ты. 38, 40, 42, 43, 44. Сука. Чуть-чуть нам не хватило. 45. У нас нету самого на воскрешение. Ну, я думаю, он уже сам пройдет. 45% я с первой попытки набрал. Посмотрит видосик, как выпускать кого, что было поставлено, думаю, пройдет. Ну что, поддержите видосик лайком, пожелайте пацану еще такой удачи, достали недостающего. Давайте, кстати, его откроем. Так, думаю, тут больше даже радости будет от сета пятой ремки, она более необходима. Так, смотрим. Нету у нас тут никаких. Не, ничего нету. Если будет качать на битву гильдии его. Хотя, в принципе, у него минус есть. Ну, двоечка. Даже разблокировали. Не понял. А, у него скин был. Ронина не было. Отлично. То скилл, в принципе, талант. Не надо качать. Точнее, умение. Талантик надо будет, ожог. В принципе, все. Пишите комменты, подписывайтесь, обязательно участвуйте в пирате. Ссылочку на него я оставлю под данным видосом. Вторая часть на Атлантике. Подписывайтесь, делайте репостики. Всем удачи, всем пока.